конкурсные выступления коллектива в Республике Крым. Народный любительский коллектив «Ансамбль русских народных инструментов «Крымский сувенир». Детской музыкальной школы города Алушты. Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Крым Евгений Костенко. Виктор Зеленый. Карпатская сюита. Евгений Дербенко, «Черноморский вальс».
Анатолий Беляев. Народный танец «Яблочко». Образцовый ансамбль народного танца «Жемчужина Крыма» Керченского учебно-воспитательного комплекса интерната лицея искусств, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Крым Вера Иванова. Украинский танец «Плескач». Хореография Павел Вирский, постановщик Вера Иванова. Thank you.
Народный фольклорный коллектив «Лепота» Красноперекопского городского дворца культуры. Город Красноперекопск. Руководитель Маргарита Ткачук. «Ды пошел дожжок». Хороводная песня Калужской области. «Ойда по карманам. Казачья лирическая. Волгоградской области. Расшифровка. Мельник».
Образцовый ансамбль народного танца «Жемчужина Крыма», «Русский танец», «Выйду на улицу», хореограф-постановщик Вера Иванова.
Народный фольклорный коллектив «Лепота». «Посеяли лен за рекою». Плясовая шуточная Костромской области. Расшифровка Хачатуровой. «Закурила млада хату» – казачья шуточная песня донских казаков. Образцовый фольклорный ансамбль «Любыстек» Керченского учебно-воспитательного комплекса интернат-лицея искусств «Город Керчь». Руководитель Татьяна Васильева. «Вышенька» – украинская народная песня, запись и расшифровка Васильевой. Житомирская область, Черняховский район, село Андреевка, 1985 год. Слава!
«Через сад». Украинская народная песня, запись и расшифровка Васильевой. Винницкая область. Бершадский район, село Михайловка, 1986 год. «Черевички» – украинская народная песня, запись фольклорной экспедиции Киевская область, Вишгородский район.